Сегодня 22 марта 2024 год. Снимая этот ролик, мы еще не знали, что случится у нас к вечеру. Это Россия, друзья, Татарстан. Выехали мы в Башкортостан. Всем родным и близким приносим соболезнования произошедшему зверскому теракту в Крокус-Сити-Холл в Подмосковье. Скорбим вместе с вами. Подъезжаем, друзья, к городу Уфа. Думала снять памятник Салавату Юлаеву, но отсюда его не видно, далековато слишком. Друзья, это река Белая. В молодости мне даже приходилось купаться в ней. Давно это было, конечно, но было. Комментировать Уфу я не буду. Почему? Потому что я ее уже забыла. Это было все в молодости. Сейчас я ее не знаю. Она очень и очень изменилась. Солнце, наверное, ничего не будет видно. И стекла грязные. Через 300 метров держитесь правее. Спасибо, дорогая. Метров на светофоре поверните направо. А Брежнев когда вступил на пост? Какие здесь пробки. Ужас. Час по чайной ложке. Оказывается, почему мы стоим. Я не вижу. Я-то думала. Там никого нету даже внутри. Просто бросил, пошел в магазин. Это мы все еще по Уфе едем. Осталось нам немного. Держитесь правее. Грязные везде, везде. И у нас такой же. Не помыли, блин. Не говори. Грязный снег лужит все время. Сейчас же еще один поворот. Чем от 1 800 000 написано. Но они же сказали, цены растут постоянно.
там тоже Руслан было написано. Прям вообще пустышка. Это и выставлю. Да. Не буду сама уже говорить. А это уже 23 марта 2024 год. Мы отправились в роддом встречать нашего малыша, нового члена семьи. Так что можете нас поздравить. Нет, она, я знаю, какая пленка, но у нее какая-то это. Она закрывает. Да. Гуляем по Уфе. Честно, я купили цветы в цветочном магазине. И поедем дальше за нашим новым членом семьи, нашим дорогим мальчиком. Дальше мы едем. Черниковки, да? Сто лет там не была. По молодости как была и все. Ой, это так папашка мчится в роддом за своим сынулей. Приехали мы в роддом. Находится он в Черниковке. Сейчас вещи передадим для нашего нового члена семьи. Члена семьи. Городской клинический перинатальный центр. Вот так вот. Роддом сегодня так называется. Вот сейчас нашего внука будут выносить. Моего внука, не нашего, а моего. Вот папаша стоит, ждет второго сынульку. Пока без внука вас сниму. Вика! Викуля. Привет! Заехала вас сюда. Ну, папа, наверное, привет. Папа-то зайдет. Давай, папа. Найдите папу. Поздравляю вас. Все, идите получай. Ну-ка, папочка, дай-ка я вас. Где мой подарок? Давайте я сначала их двоих
Потом. Да. Давайте вот здесь на лесенке. Позвони, спроси, куда это передать. Обычно вот туда. Зови, не позвони. Да. Вот сюда мы передавали. Вот, идите туда. Вот, все. Открой. Давай. Вот я вас на видео. Все, внука встретили. Выезжаем домой в Татарстан. Пожелайте нам счастливого пути. Что кадры страшного нападения
Прямо в плане.